25 сентября мы вошли в ход после прохода под мостом. И с тех пор базируемся, а стоим в порту Мариуполь. Периодически выходим в море для выполнения задач. Корец был буксиром, и Донбасс на буксире. Мы совершали буксировку Донбасса из порта Одессы в порт Мариуполь. Это был единственный проход с момента аннексии. Корабль находится в постоянной готовности к выходу в море. Кроме того, непрерывно несется наблюдение, вахта, противодиверсионная оборона. То есть практически каждый день внезапно происходят там с учебными целями тревоги объявляются для расчетов противодиверсионной обороны. Мы находимся в 20 километрах от Широкино, это уже линия соприкосновения с террористами. В море ходят россияне, российские силовые структуры, расстояния маленькие, поэтому здесь мы находимся в боевом режиме. Личный состав на берег, если уходит, то ненадолго. Ночью все находятся на борту в темное время суток, для того, чтобы мы могли по любому сигналу полностью развернуть полноценную оборону. Было несколько случаев, когда была информация о вероятном сюда движении малых плавсредств. Мы разворачиваемся всеми силами, которые здесь есть, полноценную оборону в порту. Вот в таком режиме мы здесь существуем. Тревога? Тревога, господа. Вот тут вот один желтый. А, самые мониторы? Да. Так это ж 3D, как в кино. Ага, понятно. Наблюдаем технический прием. Пять целей. Возможно, часть из них в УИ. Сейчас мы выясним. Доложим точнее. Предмет в районе 8-го причала классифицирован как деревянный палочку. Прием. Людям тяжело переступить барьер, чтобы все по-боевому, им проще дать учебную тревогу. К тем, кто находится на корабле, спокойней. Это учение. Военный флот выполняет большую часть своих задач, не воюя, а просто фактом своего существования, присутствие и возможностью какие-то совершать боевые действия. Не надо обязательно там всех топить, всех убивать для того, чтобы страной начали считаться. Достаточно стране иметь корабли, которые могут это сделать, и уже как бы вариантов для, скажем так, нанесения вреда, ущерба этой стране уже будет меньше. Рапорт, 5-й.